сделал позолоченный купол Исаакия. Собор создавался по проекту архитектора Огюста фон Ферана, француза по происхождению. Строили собор 40 лет с 1818 по 1858 год. После освящения он стал главным православным храмом Петербурга в дни особенно торжественных церковных праздников, в дни массовых богослужений, там вполне свободно помещалось до 10-12 тысяч человек. Площадь Исаакиевского собора 10 тысяч квадратных метров. Сейчас Исаакиевский собор – это и музей, и действующий храм. А, кстати, он создавался в царствовании императора Николая I, поэтому мы видим слева впереди в центре площади памятник императору Николаю I. Это работа скульптора Петра Карловича Клодка. В 1859 году памятник был установлен здесь, на площади. С левой стороны на фоне акварельного петербургского неба видим Исаакий, высота собора 101,5 метра. Ширина синего моста, под которым мы сейчас пройдем, почти 100 метров. Исаакиевской площади.